Toyota CHR, ребята. CHR. Начала продаваться наконец-то в Россиюшке Toyota. Автомате. Интересная ручка. Посмотрим, ребята, Toyota. Автомат. Это что-то типа мини RAV4. А вы бы взяли? Toyota CHR. Даже ценника нету. Совсем свежачок, без ценника. Ребят, как думаете, прийти на презентацию модели? Пишите ваши комментарии, если хотите знать побольше об этой машине. Кстати, обратите внимание на дизайн. Она похожа, она как двухдверка выглядит. То есть как купе. И совсем не очевидная задняя дверь. Которая, наверное, может для детей только быть использована в основном. Вот пацаны интересуются, подходят, смотрят. Думаю, эту машинку ждет успех. Всем пока!